Всем большой привет! Приветствую вас на своем канале любителей Second Hand. С вами снова я, Инна, и хочу в первую очередь поздравить всех с праздником Днем Независимости Украины, пожелать нам всем скорейшего мира, чтобы все наладилось в нашей стране, и мы жили долго, как говорится, и счастливо. Дай Бог. На мои слова, да Богу уши, как говорится. Ну, а теперь приступим к моим находочкам. Сегодня вот одела свой комбинезончик, который показывала в предыдущем видео. Жаль только, рубашку не одела сверху, как посоветовали, слишком поздно. Забыла сказать, что это второй день завоза, и я здесь, я в магазине Слобожанского 109, как всегда, ребенок на занятиях, и я все очень показываю быстро, потому что времени... Нашла классный лонгслив. На первый взгляд думала, это вискоза. На ощупь похоже, но оказалось, что это стопроцентный шелк. Вот уж не подумала бы. Действительно, прочитала по составу, это оказывается стопроцентный шелк. Бренд называется Elizabeth Shannon. Тоже поискала в интернете, только подтягивается, что есть такая актриса, она еще в «Американском пироге» снималась, я так понимаю, это либо ее линейка, либо не знаю даже что. Так, нашла я поло в детском отделе от бренда Ralph Lauren, размер 10-12, такое ярко-красное. Но я всегда настороженно отношусь к поло в красном цвете, потому что все-таки в красных вещах быстро видно, когда цвет немного полинял. Поэтому красное поло беру редко. Неплохая футболочка от бренда Guess мне попалась. Как видите, в хорошем состоянии. Тоже красная, как ни странно. Но футболкам в красном цвете я отношусь более снисходительно. Единственное, что она слишком облегает все-таки. Я люблю, либо если это облегающее, то оно должно быть... более укороченный вариант, такой как а-ля кроп-топ, либо уже более свободный вариант, как нормальная футболка. Все-таки подобную футболку это больше подошла бы моей дочке. Последняя, самая главная находка в этот день, потому что слишком было мало времени, но зато какая. Посмотрите на этот шикарнейший клатч под кожу крокодила. Все-таки думаю, что он под кожу крокодила. На то есть определенные основания. Слишком похоже, здесь идут квадратики, тиснения, похожие, очень повторяющиеся. Плюс она слишком плоская. Зная немножко уже о крокодиле и коже, могу сказать, что обычно кожа крокодила немножко идет выпуклая. И если ее если смотреть сумочку под другим ракурсом, она будет более объемной выглядеть. Это же выглядит более плоско. Но это, тем не менее, кожа. Здесь я уверена стопроцентно. Кожа хорошего качества. Эта сумка винтажная однозначно. Видно по застежке. Внутри замша. Обалденная находка. Подобные сумки очень недешевые. Практически в идеале, немножко только ручки на сгибе, там надо будет немножко их подкрасить. А вот так вот он смотрится. Люблю все-таки рептилий всяких разных, не могу пройти мимо. Подобный клатч я, конечно же, буду забирать с собой, а в этот магазинчик я еще вернусь на выходных, на 5-й или на 6-й день завоза и посмотрю, что тут есть поподробнее. Не прощаюсь. Так, вот я и вернулась в магазин. Сегодня 5-й все-таки день завоза. 134 гривны за килограмм в этот день у нас. Такой у меня образ сегодня. Моя любимая футболочка уже стала любимой от Levi's и джинсы от Пьера Кардена. Понравилась мне очень футболка, то ли китайская, то ли японская, иероглиф, я не знаю, не знаток, с очень красивой девушкой на футболке, вся в татуировочках такая, очень интересная. Подобные футболки я не встречала так в обычном обиходе, сейчас довольно редкий такой рисунок, не знаю, может, кому попадался, мне лично в наших секондах такое редко встречается, имеет свободный такой
Силуэт футболка мне понравилась. Нашла джинсы от бренда Дизель. Ну, конечно, они велики. 34 размер. Я в них утонула. Но сами джинсы в идеальном состоянии. Они прямые, плотные, 100% хлопок и высокая посадка, если по фигуре кому-то поплотнее меня. Сели бы изумительно, конечно. Далее мне очень вкусный по цветовому решению образ. Мне очень нравится здесь сочетание цветов. Такой розовый, приятный глазу оттенок с таким мятным, что ли, либо травяным цветом снизу. Рассказываю теперь поподробнее. Сверху у меня long sleeve от бренда Cella Basic. Не знаю насчет Cella Basic, но бренд Cella — это русский бренд. В 91 году основан. К нему же принадлежат и бренд Zarina, и Bifree, по-моему, так. А Бермуды — это винтажный бренд, называется молочный коктейль, если по-русски, а по-английски milkshake. Да, вот такое вот интересное название. Забавное. Очень мне понравились эти бермуды. Цвет изумительный. Здесь 80% шерсти, 20% полиамида. Классно, конечно, будут смотреться они с высокими сапогами, ботфортами. Это было бы просто огонь. У меня как раз есть серое и рыжие. Будет очень это сочетаться хорошо. Размер 42. Очень мне понравились. Класс. Возьму себе их. Ну а далее у меня еще одно вкусное цветовое сочетание, плюс еще и классный бренд. Это бренд Morella Sport. Это линейка Max Mara. Пятый день завоза нашла этот шикарный джемпер. Состав срезан, но по моим ощущениям, я вначале подумала шерсть, но потом все-таки я подумала и решила, что это, наверное, кашемир или шерсть с кашемиром. Меня смутило то, что здесь идет как ткань в косичку. Я кашемира подобного не встречала, но когда трогаешь, ощущаешь именно кашемир. Вот, может, встречался кому кашемир вот подобного плана, мне интересно. Вообще, состояние идеальное. Размер XL. Это показываю вам просто все вещи. Тут есть и футболки остались, которые я вам показывала еще во второй день завоза. До сих пор они на месте. Удивительно. Мореллу я, конечно, буду забирать. Это невозможно оставить подобную роскошь. Вот по сумкам еще порылась поглубже, так сказать. Нашла я интересный шопер от Fossil. Он из клеенки. Клеенчатый, в общем, клеенчатого такого материала. Но есть такие пятна рыжие. Я не думаю, что они легко отмоются, потому что все-таки подобные пятна даже в моем сантре. Если бы она еще была белая, я бы, наверное, да, попробовала. Но зная сантре, он хорошо именно с белыми вещами работает. Он может полинять эта краска на этом месте, будет тоже некрасиво. Поэтому не рискну я брать. Подобные пятна очень тяжело выводятся. Хотя, конечно, классная в обиходе вещь. Чтобы пакеты не покупать, подобную шопер носить очень практично. Еще мне показалась забавная вот такая вот сумка-багет с леопардовой тканью. Не знаю, кожа, не кожа, но материал очень мягкий. И похож на кожу. Возможно, и кожа, но не уверена. Поэтому я бы, если бы она была кожаная, я бы взяла. Ну, так точно не буду. Но фурнитура качественная. Такая яркая, конечно, акцентная сумочка. Интересно будет смотреться в разных таких гранжевых образах. Или даже какой-то вот, можно классику сделать какую-то в одном цвете что-то, и подобная сумка будет классным акцентом. И зимой подобную хорошо носить, потому что присутствует ткань леопард. Будет хорошо дополняться с пальто, с шубой даже. А еще нашла забавный клатч, но он точно не кожаный, но он в идеальном состоянии. Мне понравилось, что его можно так вот на руку нацепить и вот таким образом носить. Цвет приятный, коралловый такой. Винтажный тоже. Вот так он выглядит.
А вот, собственно, и все. Надеюсь, было интересно. Ставьте лайки, заходите в мой интернет-магазинчик обязательно, комментируйте и до скорого!